Я собрал так много меда! В данный момент я даже не знаю, что мне делать с таким количеством меда. Я смогу выжить месяц, если просто буду пить мед. Возможно, мне стоит использовать мед для чего-то еще. Я могу построить дом из блоков меда. Не, он будет слишком липким. Для обхода дома изнутри понадобятся целые годы. А что если из него можно сделать инструменты? Это было бы классно. Почему нет инструментов из меда? Переведено и озвучено каналом Winfi Project. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. А что если я поставлю блоки меда вот так? Да! Это работает! Я скрафтил шлем из меда. Наверное, должен быть полный сет брони. Я могу также закончить сет брони. Мне нужно обязательно проверить инструменты. Вот оно! Время затестить этих плохих парней! Первым делом я попробую мотыгу. Может быть, этот инструмент не очень хорош для фарминга. Я не могу даже справиться с землей. Оно просто застряло. Ладно, попробую меч. Приготовься умереть, мистер Свинья. Спасибо, что меня почистил. Я был грязным. Может, хотя бы топор будет полезным. Вообще, это вкусно. Серьезно? Опять? Мой топор просто размазался об дерево. Я не буду даже пробовать кирку или лопату. Я уже могу представить, что случится. Эти инструменты хорошо подходят для ничего. Надеюсь, хотя бы броня полезна. Подождите. Полный сет брони дает всего одну единицу защиты? Я думаю, мне стоит ее снять. Нет никакого смысла носить ее.
Я даже не могу снять ее! Она такая липкая! А теперь я должен смыть ее! Теперь мой рекорд 2 месяца без душа будет уничтожен! Эй! Вернись!